Итак, дорогие друзья, наш сегодняшний чемпионат подходит к концу, и нам остался последний на сегодня главный бой 88-го регулярного чемпионата «Опасная зона». И это будет бой за пояс чемпиона независимой федерации рестлинга в тяжелом весе. Да, именно так, дорогие друзья. Главный бой, наш сегодняшний чемпионский бой. Главный титул независимой федерации рестлинга. А именно бой чемпиона в тяжелом весе считается главным чемпионским титулом в НФР. Сейчас либо сменит своего обладателя, либо сохранит на ваших экранах ветеран независимой федерации рестлинга Владимир Кулаков. Пришел он в НФР в 2003 году. А напомню, что НФР образовалась осенью 2002. На данный момент Владимир Кулаков является старейшим по сроку пребывания в НФР из всех рестлеров, которые до сих пор выступают на ринге независимой федерации рестлинга. Был он хардкорным чемпионом, непобежденным хардкорным чемпионом. Этот пояс в свое время был упразднен, и Владимиру Кулакову был оставлен чемпионский пояс, хардкорный чемпионский пояс, на вечное хранение, как последнему непобежденному обладателю этого пояса. Ну и соперник у Владимира сегодня самый титулованный рестлер независимой федерации рестлинга. Шестикратный чемпион в тяжелом весе. Несколько раз Антон Дерябин был командным чемпионом. Вот. Так же, как и Владимир Кулаков, Антон Дерябин имеет опыт выступления за границами, за границей России. Дрался он против, в частности, Мэтта Кросса в Сингапуре. Против того самого Мэтта Кросса, который сейчас с успехом рвет всех в Луча Андеграунд под именем Son of Havoc. Конечно, он может хоть 100 масок надевать, но его бесподобную бороду не скроет ни одна маска. Вообще, Антон Дерябин набирается опыта с каждым своим выступлением, хотя, казалось бы, куда расти дальше, столько лет в НФР. Пришел в 2005 году, если мне память не изменяет. Пришли они вместе со Славой Нескубиным, с которым выступают вместе в команде. В общем, говорить можно очень долго, поэтому возвращаемся непосредственно к самому матчу. Встречайте первым претендент, рост 170 сантиметров, вес 92 килограмма, Владимир Кулаков! И его оппонент. Рост 192 сантиметра, вес 120 килограмм, действующий чемпион независимой федерации рестлинга в тяжелом весе, защищающий сегодня свой титул, народный чемпион Антон Дерябин! Антон Дерябин уже дрался когда-то один на один против Владимира Кулакова.
Было это много-много лет назад. Ну, самый запоминающийся матч, конечно, между ними был много лет назад в городе Домодедово Московской области. Тогда они дрались друг против друга как чемпион против чемпиона. Антон Дерябин был тогда чемпионом независимой федерации рестлинга в тяжелом весе, а Владимир Кулаков был хардкорным чемпионом. Матч тогда, по-моему, закончился ничьей. После этого матча Владимир Кулаков объявил, что он уходит из независимой федерации рестлинга. Но, как видите, он вернулся на радость всем фанатам. Он снова в НФР, он снова дерется. Ну, а Антон Дерябин никуда из НФР не уходил. Пустил он корни здесь настолько глубоко, что не вырвать их. Итак, поехали! Дерябин против Кулакова. Бой за пояс чемпиона НФР в тяжелом весе. И все это... Это все главный бой 88-го регулярного чемпионата «Опасная зона». Снова локап. Бросок от Антона Дерябина. И еще один локап. Так, ну все, пошел армрингер. На залом. Да, конечно, хедлок, да, тут, конечно, тейкдаун, все отлично через бедро, но вырывается Антон Дерябин. Да, пока что классическую борцовскую технику используют рестлеры, к ударам пока не прибегают. Что, разведка боем, хотя, казалось бы, уже друг друга, наверное, знают как облупленных. Теперь уже хедлок и бросок через бедро проводит Владимир Кулаков. Ох, как сейчас Антон Дерябин в самый последний момент из-под этого удара-то увернулся. С такой силой сейчас бил ногой Владимир Кулаков, чтобы если бы он сейчас попал, все, это было бы сразу, если не нокаут, в лучшем случае, то нокдаун уж точно. Ломает руку Владимира Кулакова сейчас Антон Дерябин. Такой хороший армрингер с давлением. Армбар. Выход через спину. Реверс. Снэпмэр. И посмотрите, какой хороший размашистый удар по спине. Симпатии зрителей разделились, но все-таки больше... Больше фанаты поддерживают Владимира Кулакова. Еще один хедлок. Сталкивает Дерябин. И даже со всей скоростью набегавший на него Владимир Кулаков не смог его сбить. Все-таки да, 120 килограмм против 92. Попытка Франкенштайнера. Реверс на бобу не получился. И посмотрите, какой бигбут. Удержание. Раз, два. Вырывается Владимир Кулаков. Да, я предвкушаю просто сумасшедший бой. Клоузлайн в углу. Запуск. Еще один клоузлайн. И обратный переброс. Да, пока инициатива в матче полностью в руках Антона Дерябина. Еще одно удержание. Раз, два. Нет, вырывается Владимир. Что? Антон Дерябин решил провести свою коронную карусель удачи. Не рановато ли? Кулаков еще недостаточно измотан. Он может вывернуться из этого приема. Да, так и происходит. Все, пошла уже ударная техника по полной программе. Вот это клоузлайнище, мама дорогая! Не успел Антон Дерябин провести бигбут. Сумасшедшим клоузлайном рубит в прыжке
рубит Владимир Кулаков Антона Дерябина. Реверс не получается. Приземляется очень неудачно головой прям в подушку. Бэкдроп. Удержание еще одно. Раз, два. Снова нет. Снова вырывается Владимир Кулаков. Да, Владимир так просто не сдастся. Если хоть есть одно дыхание, хоть одно малейшее дыхание, он им воспользуется в свою пользу. Да, Владимир Кулаков все-таки знатный хардкорщик. Отличный ураганный наездник. Так, Антон Дерябин тут даже врезается в оператора. Суицидальный прыжок. Бой плавно переходит за пределы ринга, однако нужно до отсчета 10 вернуться. Это бой по обычным, по классическим правилам. Удар в живот ногой. Так, что у нас? А, стул пошел в ход. Все правильно делает сейчас Владимир Кулаков. Сбивает он отчет рефери. Теперь придется считать заново. Разбег! Дропкик с разбегу по Антону Дерябину, который сидел на стуле. До этого град ударов ногой в грудь он получил от Владимира Кулакова. Да, дропкик Антон Дерябин получил, а судья продолжает отсчет. Чтобы удержать, нужно вернуть Антона на ринг, что сейчас, собственно говоря, Владимир Кулаков, да, и делает. Напоминаю, что это главный бой нашей сегодняшней 88-й опасной зоны. Владимир Кулаков против шестикратного чемпиона НФР Антона Дерябина. О-хо-хо! Бэкдроп прямо на металлический каркас ринга. В инерции Антон Дерябин приземлился на ноги уже за рингом, а Владимира Кулакова обрушил спиной. На металлическую кромку ринга. Да, судье приходится заново начать отсчет, потому что Антон Дерябин этот отсчет сбил, вернувшись на ринг ровно на секунду. Да, теперь все с той же стена, да наоборот, Антон Дерябин возвращает Кулакова на ринг. На кону стоит пояс чемпиона в тяжелом весе. Сплэш! 120 килограмм со второго каната. Раз, два! Вырывается Владимир. Вырывается он после этого удержания. Посмотрите, как измотаны оба борца. Биг бут в челюсть. Но Владимир Кулаков не падает. Коленом в прыжке. И клоузлайн. Отличная комбо, причем с разворота! И тем не менее, бой продолжается, силы у Владимира Кулакова еще есть! Да, ребята, я говорил, что это будет сумасшедший матч! Пока что мои надежды оправдываются и... Бэкэдж палдрайвер! Никогда особо этот прием Антон Дерябин не использовал, только вот последние матчи мы начали видеть этот прием в его исполнении. До этого он нас как-то пэкэдж палдрайвером не радовал. Отличнейший реверс дропкиком! Я на секунду подумал, что сейчас сальто вообще на ноги приземлится Владимир Кулаков, но сил балансировать уже нету, поэтому сам он упал на ринг. Но самое главное, удар достиг цели. Атака Антона Дерябина прервана, но Владимир Кулаков пока не в состоянии сам перейти в контратаку. Совсем нет сил. У Владимира Кулакова, знаете, даже Антон Дерябин поднимается на ноги раньше, чем сам Владимир.
Видимо, все-таки до этого Антон Дерябин смог изрядно его побить. Локтем в челюсть! Запуск! Локтем еще и в спину добавляет Антон Дерябин Владимиру Кулакову. Раз, два! Нет! Соскакивает он с удержания. Отличный удар ногой в голову! И немецкий суплекс! 120 килограмм Антона Дерябина сейчас отправились в полет! И Владимир Кулаков начинает прессовать Антона в углу ринга. Белекик! Шикарнейший! Дерябин валяется в углу! Что задумал Кулаков? Ну неужели коронный дропкик? Да! Вот это вынос! Вы посмотрите, двумя ногами! Куда-то в челюсти, в глаз он попадает Антону Дерябину! Удержание! Раз! Два! Нет, буквально на 2,9 урывается Антон Дерябин. Хотя, давайте посмотрим, вот комбо от Антона Дерябина. Коленом в прыжке. Бэкэч палдрайвер. И немецкий от Владимира Кулакова. И вот он! Дропкик в прыжке. Да. Еще немного, еще чуть-чуть, и Владимир Кулаков отберет у Антона Дерябина пояс чемпиона в тяжелом весе. Но вот эти немного, эти чуть-чуть еще надо сделать. Судья продолжает отсчет. Все, Владимир на ногах. И готовится он к суперкику. Нет, ловит его ногу Антон Дерябин. Челюсть бьет сам Владимир. Локтем в челюсть сейчас бьют друг друга и Антон, и Владимир. Суперкик! Есть! Срубил он чемпиона. Удержание, раз, два. Нет, снова вырывается Антон Дерябин. На ринге сейчас, да не то что на ринге, возле ринга тоже сумасшедшая энергетика. Зрители не утихают ни на секунду. Володя, прикончи его, кричат фанаты. Антон Дерябин еле поднимается. Кулаков, разбег на гарпун, но belly-to-belly суплекс через голову проводит Антон Дерябин. Раз, два. Нет! На этот раз чудеса стойкости демонстрирует Владимир Кулаков. И карусель удачи! Это коронный прием Антона Дерябина. После него мало кто поднимался. Раз, два, три! А вот Владимир Кулаков взял да вырвался. Продолжается этот чемпионский бой. Запуск, еще одна карусель. Реверсирует Владимир Кулаков. Да, роскошные, конечно, удары ногой. Дропкик в грудь. Снова в углу валяется Антон Дерябин. А Владимир Кулаков готовится к еще одному суперкику. Так, что происходит? На ринг забегает Слава Нискубин. И гарпунит Антона Дерябина. Вот это да! Слава Нискубин, напарник Антона по команде, его лучший друг только что. Антона загарпунил. Судья останавливает бой, это понятно. Вот это да! Ну, у судьи не было, это матч по классическим правилам, у судьи не было никаких других вариантов, кроме как
за нападение на Антона Дерябина Владимира Кулакова дисквалифицировать и победу оставить за Антоном. Но зачем Слава это сделал? Напал на своего напарника и буквально лишил Владимира Кулакова возможности стать чемпионом.